Мир вам, друзья. Сегодня буду играть в Дом Фриона. Мид против пака, супер мид, кстати, почему урон не проходит? 3 единицы брони у персонажа. Это с таким закупом у него 3 единицы брони. Никогда же у него столько армора не было. Так, тут с крипом подошибся. Но зато здесь не ошибусь. С базиблоком очень повезло, что он ошибся. Так, и давайте в кикбай стики 2 нулика. Мана сейчас тем больная на Фрионе. Макс, здесь будет первый скилл. Сейчас новая мета. Первый скилл берстовочка очень хорошая. И погнали в 2 нуля. Чуть-чуть не прокатило. ДНФ, кстати, больше, чем ласхитов. Ай-яй-яй, лишнее. И все, можно начать подспамливать постепенно в пацана. Ай-яй-яй, ошибка. Да ладно, впрочем, переживем. Погнали грейд стиков. Бэтл у него будет очень поздний с сверхлетки в стартовом бае. Без мяса? Без мяса, потрясающе. И подруиним ему руны. Нервный. Энта испугался. Так и лишнего под рабу встал. Значит, казалось, я не успеваю накрепая, оказывается, успевал. Насколько же аспект дикий. Как много урона мне этот энд дает. И давайте сразу же. Второй нулик кикбай. Хотя, может быть, одним обойтись. Чем дольше играет, тем больше кажется, что одного хватит. А этого не добьем. Ошибся. Прям, кстати, герой не самый популярный из. Так что кому не жалко, я бы выклянчил немножко лайков. Было бы очень в тему. Кстати, топорик купил себе. 2 тангуса я из него выбил. 2 глотка батла тоже. Мисс. Мисс. Давайте еще одного энта вызываем, потому что это сейчас закончится. А баф критически необходим. Ой. Подошибся. Ладно, не задонайте ему эту руну никак. В принципе, пускай забирает вторую, я вообще не возражаю ни разу. Я бы с кайфом зарунил ему обе, но раз это невозможно, то... Согласен на такой вариант. Кстати, ботл у него еще есть. Мне тут вдруг услышалось, что 26-го выходит 4-й акт, а вместе с ним, смею предположить, коллектор скэш с горой сетиков. 26-й может оказаться и год, и месяц, если мы говорим про Valve, но готовым быть нужно. Для этого нужно пополнить баланс Steam. Но, как обычно, половина денег уйдет на порно-новеллы, так что нам нужно сэкономить на комиссии. Значит, мы отправляемся на GGSell по моей специальной закрытой ссылке, с которой комиссия будет всего 5%. Найти это предложение на сайте невозможно, только по ютуберской ссылке. Для пополнения нужно ввести только логин Steam, никуда заходить не нужно. Все безопасно, быстро и вообще
кайф. GGSell не магазин, а торговая площадка. Так что, как только захочешь подкатить яйца к продавцу, обязательно зацени его рейтинг и прочитай описание товара или услуги. На сайте можно купить даже те игры, которые недоступны в твоей стране, а также подписки, лицензии и доступ к сервисам, которые ушли из страны. Всегда до усрачки страшно покупать товары незнакомого человека, но на этот случай подготовлена система безопасности. Продавец не получит твои бабки до тех пор, пока ты не получишь товар. Ссылка на этот кайф в закрепе, обязательно сохрани ее, чтобы пополнять баланс Steam самой низкой комиссии. Там же ссылка на телегу GGSell. Он везет мой вард, такая беда. Но я, по идее, смогу не пустить его к нему. И гляньте, как спруты в три хуячат. Жестко. Должен буду найти, кстати. Блять, пропадет сейчас. Я закинул ультимейт, нам будет продолжать драться. Пропал вижен именно вот в момент, когда ульта подлетала к боту. Если бы лорд дожимал, то картина была бы совершенно другой. Так, все, и погнали в постовый Мьёльнир. Хотя нет, с Мидасом сыграю, потому что я не брал второй нулик, у меня слот есть. Это реально Мидас, потому что могу. Блядь, что-то так резко закашлялся. Думал, сейчас легкая выпадет. Вижен новый, его надо снять. Пак СС. А где Вижен? На моей игроке получается. Не, вообще без Вижена. Просто на удачу. Руна барьера, кстати. Героем промазал, но тут энд доел нормалин. Я бы класснул ему разочек, а он барьер уже нажал. Кстати, рискую. Я нормально прокатила. Вот дерьмище. Ладно, пойдемте отсюда. Чуть не угадал своё направление. Мне показалось, что он на базу хочет, потому что разбитый, а он в мид возвращался, оказывается. Хорошо. По левлу, кстати, у нас не такая большая разница, обратите внимание, у меня 24 дная. Пацан один килл замутил, и все, и кайфует. По полной. Так, ну я видел его вард. Ультимативный нет. Он что, заденайл его? Нет, он просто поставил его чуть дальше. Пассивка уже активировалась.
не порыпаешься против пацана, к сожалению. Ладно, погнали вар доедать. И пока Пак раненый. Можно будет немножко до тавра доебаться. Слардар мог на меня выйти. Ладно, фантомка без ТП. Может, я смогу прибежать туда и быть полезным? Хорошо. И копеечка остается до медасика. Я думаю, даже я могу ультимейт на кач нажать. Нужно, конечно, чтобы крипы в мите сначала светанулись. Фантомки приедусь. Фантомки не проехался. Свяжешь? Связал. Нужно было помощь сразу попросить. Я думал, Слардар чуть меньше будет дамажить. Это причем даже второй не замакшенный. Это макшенный третий все равно так хуячит. Жестко. Красотища. Так, мизикатафалк дохлый, мизикатафалк дохлый. Пак с аркином, кстати, вичблейд до ботинка. Делает пацан. Хорошо. Я, кстати, от Нандерлорда баф получаю. У него врожденка, которая дает баф союзникам после телепортов. Двойной баф, если для телепорта использовал скилл Нандерлорда. Так ведь? Да, так. Так, ну думаю, это семечка 100%. Прочность наша все. Ой, какая руна прекрасная. Вот прям иди хуяриться не хочу. Крипов он не прыгнет? Никак. Крипов, потому что нет и не будет. Ладно. Ща еще сдохну. Надо улетать. Лорд вообще гейты открывать не хочет. Айго, айго. Лорд, help me, please. Underlord, help me. Underlord! Ой, бля, какая продажа откровенная. Вообще ни разу не пожалел, что с медасом играю, кстати, без коробки. Эл, тебе? Сдохну все равно, не по шансам. Теперь пак левел 12. Когда мид был прям выебан в нулину. Очень тяжело себе место на карте найти. Буду теперь искать себе место в лесу. Какое-то время однозначно.
Кстати, нет, надо все-таки талант взять. Игрочи, к сожалению, замедлять не умеют. Хука нет? Ой, сверхразум. Потрясающе. Ой, не туда, я пыжа хотел типнуть. Тренд будет хилить, так что нам обязательно нужно доломать это дерьмо в один заход. Деремся на развороте. В Верке скоро ульта. Кажется, полечу я отсюда. Героев сильно не хватает. Дайте-ка я замедашу. Чтоб тавр подольше пожил. Трипл килл для риска на этот раз. Как будто бы с Орчетом надо было играть, да? Уж нас контроля на пака не так много. Но буду надеяться, что справлюсь по старинке. По таврам, в принципе, ведем. 3-1 счет. Немножко пацанов тут пораздражаю. С кайфом. Мой дэмэдж не лишним оказался, кстати. Так, давайте гифт все-таки. Как и прежде, буду заботиться о своей прочности в первую очередь. Тут 3 раза уже сдох. Вообще ни разу не весело. И талант на ульту. Я бы по-хорошему было сразу на 10-м качать, а не на 13-м. Слишком долго размышлял на тему возможности энтами играть в этой игре. Сергенка пропала. ДДшка появилась. Гетбэк. Хуйта идея. А, ну хотя, знаете, я вижу Слардар и пугну. Ультовать некуда, все есть куда. Не втаймил чутка. Нихуя там рейнджа. Ладно, облажался я. Только ямы всем. Хорошо. Нет, ну густо продам, наверное. Типи. У Пыжа есть типи. У Лорда есть типи. Не знаю, это как-то очень наивно с моей стороны было. А, но они пиздились. Все, вопросы сняты. Вот эта смерть, в отличие от предыдущих, очень большое... help! Очень большое влияние на игру окажет.
Но даже так у меня все равно топ-1 темп на карте с большим отрывом. Потрясающе. Так, сперва докачаю эндов, а потом буду качать талант на этих самых эндов. БКБшка, думаю, не нужна в этой игре. С нее нормально будет. Пак идет на нашу руну мудрости. Давай с талантом спитентов. Все-таки 100 барьера как-то совсем несерьезно выглядят. Кстати, фантомку я сожру соло вообще без каких-либо проблем. Молнии мясы пробивают. Кто-то тпшнулся, кажись. А, нет. Пока вижу. Стардара вижу. Больше кача у них нет. Которым они пытались бы меня взять. Давно, конечно, я такой лютый сессальни на Фурионе не устраивал. Я, правда, из трех смертей, ой, из четырех смертей в трех рассчитывал на помощь. И в двух у меня есть ощущение, что меня продали. Тебе саман? Топорик выложил, моя-то прелесть. То есть видали плюху рингмастера? Есть. Ну, бывает же такое. Ну, за спятом, кстати, скорее всего, талант на этого возьму. Я смотрю на нашу игру, хотя нет, давайте. Как раз таки, глядя на нашу игру, я решу взять талант на телепорт. Чтобы просто делать дикий кач. Давайте на рефайр. Прямо сейчас... Не столько против Пугны, сколько против Слардара. Антиминг? Тебе? Пуш? Нет, что-то пуш слишком разъебанный, как будто бы для таких типа. Аси, аси. А Лорд still has ultimate. Дышку я бы с кайфом забрал. Уверки когда бы КБ? Совсем скоро. Careful. Ну будет очень хороший кач. Надо убедиться, что ВРК его не возьмет. ВРК его возьмет. Когда правильно сделал, что не полетел туда. На топе кач для пуджа ему, блин, надо добивать. Такой фастовый шард. Ой, это такая фастовая линза без фастового шарда. Не часто такой подход вижу. Чё начал вопросом про руну задаваться в моменте. Я прекрасно видел, как лорд взял ДДшку. Да, Тандерлорд постоянно вспоминается. Когда ее только выпустили, она мне так нравилась.
Опять моя ульта в помойку. Спроцированы оба. И оба мертвы. Так, разумеется, привязочка. Я могу эту линию пушить, я вот что подумал. Can we kill it? Hey, get back. Заряжать не через кого ультом, все теперь есть через кого. Как будто и без ВРК, и без прыжа будет эпически тяжко, да? Ладно, смог таки урвать загулявшего. Кивер идеальная шмотка. Сейчас то есть там. Не, мне этот нулик нахер не нужен, если честно. Вообще ни разу. Кстати, я не помню, это делит урон или не делит. Давайте попробуем. Push help me, please. Похилить он не сможет? Сможет. Волшебно. Просто потрясно. Так, и в игру я возвращаюсь, на 5 лулов опережаю пака. Кэтчет, эл тебе. He's farming here, not here. Help me, please. Там его огр сейчас застанет. Так, нулик полетит сейчас. Не, нормально он контроллер сдал, да? Тут его нет, тут тоже пусто, никого. Юла появились. Хули, блядь, с фастхексом играет, честное слово. Ну, кстати, хекс реально не самая плохая из идей. Центов оставлю, сам на базу полечу. Мне бы маны немножко. А, ну, кстати, залили маны. Мне немножко и нужно было.
немножко и залили. LTP, if you start. She's the slaughter. And back. БКБшку я не пробью, пока МКБ ко мне не прилетит. Хорошо. С МКБшкой изи. Теперь развилочка очень непростая. LTP, 2 seconds. Либо сатаник, когда у меня очень мало урона, не магического. Либо брошку, когда у меня очень мало маны. Ай, сатаник. Не, ну брошь, ну супер хороша. Кстати, нулифайр на пути на пак не нашел, да? Лорд не помощник мне тут. Хорошо. LTP, if you start. Так, фантомка заходит в замес. Я захожу вслед за ней. Потрясающе. Ладно, полетели домой. Есть теперь телепортейшн без зарядки, без призарядки. Теперь буду просто нереально мобильным. Но опять же, когда я перестал на кого-либо рассчитывать, игра прям значительно проще стала. Долбить горку бессмысленно, тренд все равно захилит. С ПТ-шку пытаюсь переключать. Нет, Мидаса, кажется, пришло время отказываться. Пользу, пользу фексом. Как будто бы вариант здесь что-то на прочность тоже интригующий, да? Шифте бессмертен, опять же, пацан. Нихуя, нихуя, нихуя. Он остался. Вон оно. Хорошо. Энто оставляю, сам полечу ману восстановлю. Давайте все-таки хекс. Уже забрали и удрали. Полсекунды, вы видели?
Погнали пугну, щелкнем. Кстати, да, поменять позицию — хорошая идея. One second. Мана кончилась. Выпрыгнет. Это надо запрятать. Полетели маны восстанавливать. Какой слой по разуму ты собираюсь класть? Пока не определился. Эншен Гвардиан. Этой руны я бы явно не отказался. На самом деле втыкал я очень долго. Я ж на топе его не типнул. Тот хук с Лордера, помните? Я до сих пор не могу его забыть. Хорошо. Вырубать придется брошку. А как Верка забрала 2 килла, когда он мне плюхает 600? Еще магического урона сверху. 2 раза больше. За исключенной брошки можно долбить тавр. И она не будет работать. Кримсон на рингмастера. Получается, всем огромное спасибо за просмотр. Тяжкая игра, давно таких на Фурионе не было. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, и, разумеется, мир вам.